Историй, связанных с разделом наследниками имущества ушедших в мир иной родственников, превращающихся в детективы, масса. Аналогичный случай произошел с магаданкой Ниной Концевич. Начиная с 2014 года, она пытается выяснить, как один известный магаданский нотариус мог сформировать наследственное дело после смерти ее мужа, включив в очередь на наследство детей супруга от предыдущего брака, если доверенность от одного из них была, по ее убеждению, поддельной. Более того, как утверждает Нина Тагировна, после ее обращения в правоохранительные органы, этот документ из наследственного дела таинственным образом исчез. Я решила прилететь сюда и обратиться к вам, так как долгое время, пытаясь узнать правду, я не могла не достучаться ни до кого. Вот последний раз я была в октябре 2020 года у бывшего руководителя, который при встрече мне сказал, что дело будет пересмотрено. Но итог оказался иной. Я спокойной душой улетела, а мне пришел ответ, что нет никаких оснований для пересмотра. Но я считаю, что со мной поступили незаконно, несправедливо. По отношению меня было мошеннические действия со стороны наследника, одного из наследников моего покойного мужа. И здесь были нарушения со стороны нотариуса, должны своих полномочий. У меня есть все доказательства данных обстоятельств. Нина Концевич сейчас проживает за пределами Магадана. Здесь останавливаться ей приходится у знакомых, что достаточно неудобно. Уже неделю она пыталась записаться на прием к прокурору Магаданской области Олегу Сидельникову. Но сотрудники прокуратуры к первому руководителю ее не записывают. От безвыходности женщина пришла в редакцию «Вечернего Магадана» и через наш канал обратилась к новому начальнику УМВД России по Магаданской области Александру Постовалову. Поэтому я, узнав, что у нас здесь в Магадане новый руководитель, я прилетела и хочу обратиться к вам. Примите меня, пожалуйста, лично. Потому что вот я писала 3 заявления 15, 20, 21, и до сих пор никто ничего мне не может сказать. Просто рассматриваются и все.